Опа. Сейчас поставил. Все. Здорово, ребят. Сегодня будет стикам на любимой полянке в Федоровке. Вот. Так что сейчас заценим, что к чему. Использую батки для фристайла 1300 мочей 6S Чин Хобби Лайн Black Series. Вот так это все выглядит. Вот, пропы Гемфон, мои любимые, 51 46,6. Рамка Apex, клон расшатанный. Луч сейчас покажу, один ушел погулять. Вот это второй Apex уже мой, который взломал, китайский. Тяжело ломаются, но ломаются в итоге. Вот. Вот так вот. Не знаю, видно здесь, нет, вот этот луч, он выше, короче, чем. И вот я пока еще летаю. Но я его поменяю. Прям вот на днях есть этот, как его, донор, так скажем. Вот, донор я потом на гонку посажу, будем гоночки пробовать, пятачки. Когда гоночки будут, на гоночках буду гонять. Вот. Так что вот такие дела. Антенки Фоксеры, камера Фоксер. Так, что тут? Апа Радиомастер, такую пока, наверное, не купить. Модуль ЛРС Радиомастер. Так, ну что, погнали, летать охота уже. Так, что? Прём. Сейчас бы на первых минутах не разложиться. И все будет классно. Все, готово. Ну что, готовы? Да, погнали тогда. Сначала летанем здесь так по дорожке. Аккуратненько. Оп-оп-оп-оп. Ага. Такие тропинки здесь козьи, короче. Тоже прикольно по ним. Все, и полянка. Фристовая. Пауэрлуп. Мощнейший такой. Ух ты, ух ты, ух ты. Вырвался, вырвался. Понял, что? Как там это называется? Never disarm?